Друзья, всем привет! Вы на канале Андрей Валя. В Каменском сегодня дождь. 4 февраля. Идет дождь. А сколько градусов, Андрюшка? Плюс 3, плюс 4 где-то. Ну, не холодно. Я даже перчатки не одевала. Нормально. Ну, ветерок небольшой. Я вообще люблю такую погоду. Гулять. Ходили в магазин, немножко купили продуктов. Что-то они пробку тягают? Нет, косточка. А, я думал, они думают, что пробка то орех может. Не, похоже на косточку. О, кто-то виноград посадил. И деревья вот эти маленькие посадил. Це не виноград, це хвавоноград. А що це? Ну, це якесь декоративне, мені кажуть, дерево. Не знаю. Там много да, насадили у нас деревьев. Ёлочка, вон, чи сосенка вон. І от маленькі деревця. Що це за деревце? Нам налякали ворон. Так довбали кісточку. Ми прийшли, налякали. Вони бросили ту кісточку. А вон ще кісточку донайшло. Подолбала, пошла дальше. Мы уже дома. Покажу, что купили. Мы ходили в наш рядышком магазин, Велес, который называется. Купили вот такой вот кефирчик селянский. Шоколадочку. Филе. Буду готовить суп с фрикадельками. Это куриное филе. На улице дождь, не захотели никуда ехать далеко, поэтому купили здесь. Молоко вот такое вот тоже финляндское. Покупки небольшие. До завтра. Сметана. 15%, кстати, по акции. Она 24,50, по-моему, сейчас в Велесе. Вот такой вот сыр. Я иногда покупаю, мне он нравится. Хлебушек. Лапшичка вот такая. Бигбон или как она называется? Рисовая. Андрюше не сильно нравится суп из нее, но мне нравится. Я взяла. Ряженка вот такая вот тоже по акции. По-моему, 12 с чем-то. И водичка Куярник тоже по акции 7,50, по-моему. Вот такие покупки. Сейчас буду готовить супчик. Может, еще что-то я придумаю, покажу потом. Чищу овощи вот такой овощечисткой на супчик. Недавно готовили торт Наполеон. Спасибо большое вам, огромное спасибо за комментарии, что я люблю. Пока чищу овощи на суп, хочу сказать вам огромное спасибо, друзья, за вашу поддержку, что вы нас смотрите, поддерживаете комментариями, лайками, дизлайками. Недавно пекли торт Наполеон. По старому рецепту, он очень старый, давнешний. И мне очень много тоже написали людей, что тоже готовят по такому рецепту. Ну, действительно, очень вкусный торт получается. Для супа я чищу картошку, ну, вот такая у меня овощечистка. Морковку, лук. И супчик будет с фрикадельками. Я такие супы никогда не зажариваю ничем. Просто достаточно того бульона, который выйдет из фрикаделек, с мяса. Вот такой вот супчик с фрикадельками. И вермишелька я сварила. Бросила чуть-чуть зелени замороженной. А здесь у меня варится еще такой вот диетический. Мне иногда хочется просто чисто овощной.
Здесь квашеная капуста, кабачок. Замороженная у меня свежая капуста пекинская. Морковка, лук и пару кусочков носка. Так, и тут у меня еще готовится просто филе. Просто куриное филе. Кусочками порезала. Люди, подскажите, кто что готовит. Я не знаю, что готовить. Иногда такая апатия нападает, что вот сидишь и не знаешь. Подскажите, напишите мне в комментариях, кто что готовит. Вот такой овощной супчик. Будем кушать. Я добавила сюда еще снег. Купила для орхидей вот такие вот горшочки. У меня не было. И вынесла их на балкон, на лоджию. На лоджии у нас... Вот, больше 10 градусов, 12 тепло. Это вот открытое окно сейчас. Они у меня начали пропадать. Вот такие вот листики стали. Вялые какие-то. И мне посоветовал очень хороший друг вынести их на балкон, сделать им шок такой. Ну вот, я вынесла, они у меня теперь стоят на балконе.